Приехали вот сюда, Маршалс. Еще посмотрим, что тут для подделок можно. И ткани посмотреть. Приехали в Маршалс. Что здесь? Обуви. Опять музыка, не знаю, посмотрим. Музыка, музыка, музыка. Да. Стою 60, а теперь 17. Ну, некрасиво. Очень красиво. Хорошо сделано. Угу. Подкладка или нет? Да, хорошо сделано, да. Подкладка, да. Угу. $18. Хорошо сделано, да. Что такое сиксы? А размер? Мой размер. Тоже, да. Они перед цены делают такие. А это $16. Джинсы. Джинсы, такие тянучки. Ну, это мне не нравится. Так, я тоже не люблю. Тут хороший материал. Я $15. Правильно? Не, хороший. Тоже не хороший, правда? Да. Хороший материал. Красиво так лежит. Вот такая красивая, красивые цветочки. Да. Правда, тоже так. Очень даже белые вот штанишки. А здесь темные. Да. Очень красиво. Очень красиво. $16. Я думаю, что не будет большая. Не взять медиум. Ну попробуйте так. Вы сможете надеть так? Медиум может быть. Может быть медиум. По тряпочкам, девочки. Девочки, по тряпочкам. Вот мне нравится вот так, но она закрытая, все красивенько, но ткань искусственная, не натуральная. Искусственная обычно, только надо иметь подкладку какую-то. Нет, ну это совсем, не совсем это. Но красиво сделано, мне нравится. Мало таких красивых, мало. Да. Да. Еще с обувью. Кроссовки $25. Мало что есть. Что здесь? Тапки для путешествия, носочки. Может, купальник есть? Хорошие. И пижамки хорошие.
это ночнушка. Кирюн Клейн. Ани Клейн. $17. Что-то сегодня все $17. Кастрюлечки. А это, наверное, скорее же декорации больше. И музыка. Что такое? Все, дальше пошли. Костюмчики. Подушечки. Нашли что-то? А, видите, какие. Видите, какие. Ну, нет. А эти $30-40. Ну, нет, это совсем... Эти мне тоже не нравятся. Ну, совсем не как. Совсем фоненькие. Да, такое. Теплые покрывальчики. Такое мужское. Шуцики. Ткань-то, смотрите, какая искусственная, совсем запаришься. Угу. Красиво, но запаришься в этой ткани. $10 только, посмотрите. Угу. $10. Ну так правильно, запаришься в ней здесь. $10. Ну?
Я думаю, что сейчас будут приходить такие платьишки, что можно. Да, а вот смотрите, какие тут. Это платьишко стоит 134 доллара, но такое плотное. Сумочки. Сколько такая сумочка стоит? 40 долларов. Вот хорошая сумочка. Сколько она стоит? 60 долларов. Сумочка такая, 60 долларов. Ну что? Возьму это. Мне дома не нравится. Не хочу теперь мерять. Но я всегда ношу L. Угу. Всегда L, понимаете? Когда купите medium, то будет... Эти сумочки стоят 13 долларов. Ну что-то спортивка. Вот это пояса. Брюки не платные. Да. Ну, не хорошие. Сколько они стоят? Слишком большие эти брюки. Сами мне это должны. Расположены. Не моя цена. Нету цены. Что-то так модно в этот раз. Модные такие штанишки. Я имею в виду модный такой вот шов. У всех такой шов сейчас. Модный шов. Ну это совсем теплые штанишки. Сколько такие теплые? Хорошо, хорошо. Вот такой шов. Шов вот такой вот сейчас молнии. Все штанишки такие. Вот все вот с таким шовом. Такие теплые штанишки. Кофточки. Кофточки вот тоже с таким швом. О, без рукавочка. 40 долларов.
такую безрукавочку точно надо нанять. Стёганку. Спортивка такая. Коротенькие. Ничего особого, хочу еще посмотреть обувь. $20 стоит. Так, все, Александр пошел платить в кассу. Я еще так прохаживаюсь. Вот симпатичная кофточка. Сколько она стоит? Сколько стоит, не знаю. Но мой размер. Нет, нету. Косметика немножечко. Так, ладно, все, надо идти, выходить. С маршалом все, тоже закончили. Все, выходим. По дороге остановка. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.